За полчаса до начала в Москве неожиданно отменили церемонию прощания с Пьером Нарциссом. Оказалось, что две стороны не смогли договориться, что делать с телом певца. Больше 50 человек собрались у здания Центральной клинической больницы номер 1, управления делами президента Российской Федерации в Москве, чтобы проститься с Пьером Нарциссом. Но в назначенный час двери не открыли, а затем и вовсе объявили, из-за технических проблем все переносится на среду. Прощание пройдет с 12 до 15 часов. Оказалось, что представители Камеруна боятся, что его захоронят здесь. Но почему, если вы боитесь, не дали денег на транспортировку в Камерун? Почему никто не печется о своих гражданах? Этот бред они устраивают, не дают попрощаться, поцеловать и подарить цветы, хотя тело находится здесь, сказала Милена Дейнега. На данный момент идет урегулирование отношений двух стран, так как камерунское посольство не выдает официальную бумагу о погребении. Бывшая жена Пьера Нарцисса находится там и решает все вопросы. То, что сейчас устраивает там, не совсем красиво, говорят друзья музыканта. Все произошло из-за ситуации с его мамой, которая изъявила желание, чтобы сын был похоронен на родине в Камеруне. Но мы как друзья и семья его дочка настаиваем, чтобы он был погребен здесь, в России, где у него поклонники его любят, говорит Дейнега.